каковы проблемы в работе, в совместной работе в ансамбле? Существуют такие или нет? Все-таки братья? Таких проблем нет. Раньше были, сейчас нет. Это не то, что проблемы, это катастрофа, да? Должен был ответить брат. Как начиналась жизнь, так сказать, за рубежом? Легко, просто это было, вот так вот пришли, победили на конкурсе, бабах, сразу трамплинчик и поехали. Все те, которые были друзьями, подружились мы здесь, то они прекрасно себя проявили и в Штатах, поэтому не было таких особых проблем для адаптирования с точки зрения Гарри Бёртон. Сразу, в общем-то, позвонил мне, когда я приехал, сказал, что я могу учиться в Беркли, если хочу, на полной стипендии, то есть мне ничего не надо платить, то приходи и учись. Вот, то, конечно, это было... Очень была большая помощь, было не то чтобы просто, но потом уже в Беркли участь, познакомишься с массой музыкантов, выступая там, то есть когда тебя приглашают Дэйв Рубек, Пат Метани, к ним присоединиться, то, конечно, сразу вызывает большой, так сказать, больше авторитет, больше уважения, на тебя обращают внимание. Главное, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы тебе дали этот шанс. Игорь Бутман родился в Ленинграде, где окончил училище Римского-Корсакова, работал и созревал для поездки на Техасский джазовый фестиваль. Затем гран-при, обучение в Беркли, первый сольный диск 94 года, организация проведения первого независимого джазового фестиваля России и США 97 года, а в настоящее время руководитель целых двух джазовых ансамблей «Звезды Нью-Йорка» и «Four Brothers». У Олега, аккуратно повторяющего путь старшего брата, постепенно вызревает и свой собственный голос, проявляемый в сольных автопортретах уже довольно убедительно. Существует все-таки понятие такое, русский джаз или советский джаз, и западный джаз. Как вы думаете, или нет? Легко ли принимают русских там, за рубежом? Русский, а не русский, это не имеет значения. Имеет значение только, конечно, мне сложнее конкурировать с черным музыкантом в этом стиле. Но зато мы можем добавить то, что они не имеют. И нашу традиционную классическую школу можно добавить. Можно добавить наши какие-то интонации. Ближайшие проекты какие у вас предвидятся, кроме записи двух дисков после турне? С Игорем уже была записана пластинка, вот, которая, да, на ностальгии называется. И следующий проект, я не знаю, может быть, Four Brothers, четыре брата. Может, этот проект будет, да. Ну, проектов много. У нас с Олегом намечается, в общем, в сентябре очень большое дело с один музыкант, композитор, с которым играл еще 20 лет назад, написал произведение, которое уже одобрено и принято для исполнения с коллективом Юрия Башмета. То есть это будет концерт для саксофона, альта и фортепиано с оркестром Юрия Башмета. Это, так сказать, огромный, я считаю, большой очень проект. Интереснейшая музыка, которая, может быть, в какой-то степени даст новый толчок вообще какому-то новому стилю. Потому что делалось это все и под меня, и писалось музыка, и под Башмета, и все это, так сказать, соединено очень интересно. Это такой большой проект, в котором мы будем участвовать с Олегом. А с братьями, вот этот Four Brothers, мы очень надеемся и планируем начать серьезные репетиции как раз вот действительно, да, с русским фольклором, с русской какой-то такой направленностью, может быть, какой-то даже... Где-то с юмором, какое-то скоморожество внести, добавить какие-то ложки в барабанные инструменты, взять какую-то новую волынку. Но все это, чтобы это было, конечно, с знанием уже того, той традиции, с тем отношением к джазу, которое у нас есть. Все это сыграть, сделать это не банально, сделать это на высочайшем уровне, тогда это просто мы сможем о себе заявить, для того, чтобы нас что-то отличало от других американцев, которые тоже здорово играют. Если давать только одни мысли и не давать элементы шоу, элементы энергетические, которые, скажем, идут и со сценой, и с залом, то это будет скучная эссенция. Поэтому какие-то интересные моменты. Ну, Игорь пошутил, но на самом деле что-то связано. Есть доля истины, да. И в этом ничего нет такого плохого, потому что это просто помогает людям войти в определенное настроение и легче воспринять ту музыку, те идеи, которые мы действительно хотим преподнести. Миша и Андрей учились у нас в Ростове, у Кима Назаретова. А в 88 году поехали за гран-при в Бельгию, где затем согласились поработать. Последнее время живут в Москве, где любят устраивать джаз-ралли. Михаил начинает экспериментировать с джазовым вокалом, а Андрей с контрабасом. Хотя, по его мнению, самые интересные новации еще впереди. Были такие концерты, яркие, неожиданные, которые вам помогли поверить в себя? Традиционно у нас был, потому что когда занимаешь первое место на конкурсе, этот концерт запоминается.
Нельзя сказать, что это был самый лучший сыгранный концерт. Вот это тоже, потому что когда большая ответственность, когда ты хочешь сделать максимально лучше, то часть потери идет, так как и у спортсменов, и у музыкантов тоже самое. Поэтому это самое памятное, но не самое лучшее. В 1995 году на 50-летие Победы в Великой Отечественной войне приезжал в Москву, на этот праздник приезжал Билл Клинтон, и для этого в Грановитой палате был специальный ужин 10 мая. Ельцин принимал Клинтона, и для, так сказать, в подарок Биллу Клинтону, потому что он известен тем, что он играет на саксофоне, играл там где-то джаз еще чуть-чуть, то для него, значит, был такой сделан подарок. В качестве подарка был я. Саксофон, да. Но это был очень запоминающийся концерт, только потому, что я очень волновался. Ну, как бы, для двух самых... могущественных людей, обладающих огромным, в общем-то, властью, огромным обладающим, поэтому, от которых много зависит, для таких людей я, так сказать, выступал, играл, поэтому я очень боялся, но все прошло даже лучше, чем все ожидали, поэтому я, так сказать, разговаривал с президентом Клинтоном, не знаю, о музыке, о джазе, то есть в официальном протокольном ужине Билл Клинтон просто меня пригласил с ним переговорить. А потом еще разговаривал также с Борисом Николаевичем и с Виктором Степановичем. Запомнилась только единственная фраза, когда Виктор Степанович спросил, где меня можно найти, то Михаил Иванович Барсуков сказал: «Виктор Степанович, если надо, из-под земли достанем».
Скажите, а с чем связано ваше сочинение музыки? То ли не хватает хороших композиторов, то ли у меня есть то, чего нет ни у кого. Музыка идет, и все время происходит что-то в голове, идет какое-то... Накопление. Потом есть интересные, допустим, слушай одну композицию, а здесь бы я так бы добавил, а может быть здесь так. Потом сочетание какие-то интересные. Иногда бывает просто ты играешь, занимаешься, и вдруг какую-то играешь мелодическую линию, какую-то мелодию, которая вдруг запоминается, но ты ее не слышишь. Но она настолько яркая, мелодическая линия. Вот, товарищ у меня один канадский пианист, он написал композицию, он играл импровизацию, и там было настолько яркие 8 тактов, что он просто из этих 8 тактов сделал композицию. У меня творческий процесс, так сказать, композиции. Иногда был просто в школе Беркли, я учился, очень серьезно подходит к творческому процессу, поэтому, допустим, на каждый урок гармонии, на каждый урок еще каких-то композиций были задания написать свои темы, написать свои произведения, поэтому это, в общем, каждый музыкант старается все-таки себя как-то выразить через свои какие-то сочетания аккордов, сочетания нот. И я считаю, это важно для каждого музыканта. Барабанщик, если пишет музыку, он пишет более ритмические какие-то интересные вещи. Там пианист гармонический, саксофонист мелодический, басист может написать что-то более в низком регистре. Нужно попробовать, да? Уже пробовал. По художественному уровню. Но дело в том, что, понимаете, тут еще есть момент. У меня очень много композиций, которые я написал, но которые даже и так напишешь, и бывает. Поиграешь, и она не идет, она не звучит. И так играешь, так музыкантов поорешь, так он скажет, и так не получается. Все сразу раз отбрасываешь. Играешь джаз-стандарт или какие-то вещи, которые написаны там музыкантами для других музыкантов, или просто вещи музыкантов, как там мы Мишины сыграли, баллады. Прекрасная баллада, интересно придумана, хорошие содержательные, так сказать, линии, хорошие завязки с басом, вступление, все это как бы, почему бы ее не сыграть? Такие есть композиции, мы можем найти там какой-нибудь стандарт или какую-нибудь, не знаю, тему Кейджарита и ее сыграть так же. Но если написано уже с вами собой, очень хочется играть еще больше музыки Михаила.
Квартет Four Brothers – это своеобразная удача дуплетом. Они умудрились найти друг друга на джазовом фестивале в Курске. И теперь уже это и наша удача. Появилась счастливая возможность испытать на себе потрясающую энергетическую силу джазового братства.